Дорогие друзья, дорогие зрители, вы на канале «Переезд на юг без денег». Кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал. Вот. Сегодня я хочу сказать вам немножко о том, что при выборе дома на юге во время переезда будьте внимательнее и осторожней. Когда покупаете дом, вы смотрите местность, где он находится. Далеко ли находятся заводы? Я надеюсь, вам надоело в городах где-то нюхать за заводские запахи и прочее. Вот сегодня я поехал грузиться на завод жомом. И только заехал в село, в станицу, как услышал запахи этого жона, как его варят, готовят эту свеклу, сахарный завод этот. И вот запахи вот этой свеклы, хоть они не очень и вонючие, но они доносились уже далеко от завода, еще был я. И вот вы подумаете, нужны ли вам такие запахи в вашей станице? Смотрите, когда есть заводы, где чего, я думаю, что вы не хотели бы, наверное, сидеть и нюхать целыми днями вот этот запах, который идет ветер в сторону вашего дома. Вот. Потому что у нас в Архангельске тоже есть целлюлозно-бумажные комбинаты. Они очень сильно воняют. И воняют так, что как будто кто-то что-то сделал неприятное таким запахом целлюлозы. Вот. Но здесь немножко запах поприятнее, конечно, свеклы, но все равно это запах. К любому запаху можно, конечно, принюхаться, привыкнуть. И потом его в дальнейшем не замечать. Ну, сами понимаете, экологический воздух. Нужен ли вам такой воздух? Так что вот, выбирайте дом подальше от заводов. Это мой совет вам. Вы едете на юг за хорошим климатом, за хорошей погодой, за свежим запахом моря, полей, цветов и прочее. Ну вот такой вам советик. Все, что я могу сказать. А сейчас я сижу, жду на заводе погрузки. Как обычно, ждем часами. Вот уже сидим мы где-то около 2 часов, ждем погрузки. Скоро буду грузиться и поеду. Нахожусь я сейчас в выселках. Ехать мне еще надо будет везти жом в Ейск, в порт, на разгрузку. Неизвестно, сколько там еще проразгружаюсь. Вот такой маленький совет вам по переезду на юг. Всем счастливо. Пока-пока. Вот так дымят заводы. Как вы видите, валит дым. Он, конечно, вонючий. Пахнет свеклой вареной. И чем-то еще. Эта труба не одна. Это только одна, которую я снимаю, которую видно у меня стоит перед машиной. Так, тут несколько труб. Все дымят. Дым валит в сторону станицы. И в станице стоит неприятный запах. Вот сами решайте, хотите вы или нет, чтобы у вас в станице вот так пахло. Вот такой у вас был сосед вонючий. Вот, пришла осень, на улице сильный ветер, а у нас оказался открыт чердак. Я вот решил сползать, посмотреть, что у нас на чердаке. Принес лестницу вот такую. Давайте сползаем, посмотрим, что у нас на чердаке творится еще. Я ни разу не был. Ой, сейчас заходим на чердак. Вот такой чердак у нас, да? Вот. А вот эта труба
печки, которая топится углем. И самое что прикольное, вот сейчас я наблюдаю, труба замазана, сено с глиной. Вот это меня вгоняет в шок, что так замазаны трубы, хотя они топятся углем и дровами. Температура, конечно, наверное, шаленная, но как так, чтобы трубы замазывали сено с глиной? Вот посмотрите. Ну, я не знаю. Если у вас на юге так замазывают трубы, напишите, конечно, мне. Но мне что-то стало страшно за эти трубы. Они все-таки топятся углем. Как так замазывают трубы глиной с сеном? Ну, вот такой обзорчик нашего чердака. Вот. Какие-то гнезда ласточки вьют, наверное, да? Оси. Ой, осиные тут гнезда. Пока у вас нет, надо все убирать будет. Ну ладно. Ну вот такая ерунда, короче. Трубы замазаны сено с глиной. Убираем шиферный забор. Только свет весь загораживает. Квартира будет сразу. Да, а то бедная вишня тут ни света не видит, ничего. Вишню какую-то оставим. Давайте посмотрим погоду на 15 ноября в Архангельске и на нас в Григорьевке. Вот так вот.